Друзья, добрый день. Сегодня покажу вам участок в Бестужевском. Он пока заросший, но рельеф у него вполне неплохой. Я сейчас спущусь прямо на участок и покажу вам его. Значит, участок почти 5 соток, 4,74. До него идет грунтовая дорога, метров 300 до бетонной дороги. Тут частная линия электричества. Примерно подключение стоит в районе 60 тысяч. Я знаю, кто подключает. Тут человек прокладывает свои частные линии. И участок по рельефу очень и очень приятный. Вот. В принципе, тут был сад. Вот здесь вот старый орешник, инжирное дерево. И он состоит как бы из двух частей. Вот эта часть идет со склоном. Вот я по ней сейчас иду. И она переходит в довольно ровную часть. Вот здесь вот что-то типа дополнительной поляночки. Для воды тут, естественно, нужна скважина. По краю вон там проходит ручеек. Вот, может быть, даже чуть-чуть ручеек вот здесь вот бежит. Но это уже за границей участка. То есть, фактически, вот участок вот такой формы. Вот вы его видите. В данный момент тут еще не закончено межевание по границам. Соответственно, цена ниже. Но в любом случае, это пока один из самых дешевых участков в Адлерском районе. Он стоит дешевле 3 миллионов рублей. Точная цена будет в ближайшее время. Но если вам интересно, звоните, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как только у меня появится активная цена, на текущий момент, когда я уже проверю все документы по поводу арестов, по поводу первичных документов, я их видел копии, но я сейчас запросил оригиналы в архиве. И, соответственно, когда они будут лежать у меня с печатями перед глазами, я на этот участок как раз, друзья, сформирую цену. Но она будет невысокая, потому что я, в принципе, понимаю, что участок все равно так или иначе с уклоном. Вид у него в гору, но, как вы видите, солнца на нем очень много. Сейчас 1:30, уже фактически зима, но все еще нас заливает солнечный цвет. Тут расположение участка юго-восточное, солнца на нем много. Участок хороший, сухой, поэтому, друзья, всем до скорых встреч, всех обнимаю, пока-пока.